двух сосудах находится по 540 литров воды. Из одного вытекает 25 литров в минуту, из другого 15. Через какое время во втором останется в 6 раз больше, чем в первом? Ну, понятно, что если вытекает по 25 литров, да, то быстрее это произойдет, нежели там, где вытекает понемножку. Давайте зарисуем схему. Знаем, что наши сосуды это 540 литров. Это 540 литров. Наш отрезочек это 540 литров. Теперь нам нужно как-то обозначить, что по-разному выливается. Да? Один выливается 15 литров в минуту. В минуту, да? Да. 15 литров в минуту. Вода уходит из сосуда. Течет. Уходит. Вода уходит? Уходит. Соответственно, из другого она уходит 25 литров в минуту. 25 литров в минуту. Но остается через какое-то время, вот здесь, в этом сосуде, практически все выльется. Вот я вложу, поставлю. А в другом сосуде будет выливаться, но останется в 6 раз больше, чем вот этот остаточек. Поэтому я беру этот отрезок и откладываю 6 раз. 6 раз. То есть у меня останется вот такой объемчик. Много. Немного, а в 6 раз. В 6 раз больше останется. Давайте смотреть, как запишем. Как запишем. Удобно здесь ввести буквы. А. Ну давайте здесь флажочек. Б. С. Д. Вот эти вот основные вехи проставим. А, Б, С, Д. А длина отрезка БД, увидели? То, что останется. В 6 раз больше, чем длина отрезка СД. Их отношение 6 к 1. 6 к 1. Но мы не знаем этих единиц, правильно? Вот эти. Ты знаешь? Нет? Но я знаю, что общее количество это 540 минус то, что уже вылилось. Правильно? Запишем. Итак, это будет 540 минус столько, сколько уже вылилось. А сколько это? Сейчас мы сделаем. Соответственно, CD это 540 минус столько, сколько вылилось. Теперь все спрашивают, а сколько это, сколько вылилось? Как определить, сколько вылилось к этому моменту? Ну, лез рук, я смотрю. Да, пожалуйста. Сколько вылилось? Я не знаю. Ну, я не знаю. Давай с тобой введем неизвестную Т. Но мы с тобой уже не знаем, сколько времени, но зато мы знаем, с какой скоростью. Да? Итак, Т это время, мы его не знаем. Не знаем. Но зато мы знаем скорость, что в течение времени Т вода уходила. 540 это все. Минус. А Б это то, что 15 литров в минуту вода уходила Т минут. Вот такой объем. Теперь давайте смотреть величину какую? АС. Это что за величина? 25. Минус 25 литров в минуту. А всего время это Т. Ну, замечательно. Соотношение дано на условие. Это число 6. Это число 6. Что такое разделить число на число? Разделить одно число на другое, это значит найти такое число, которое в произведении с делителем
Голобина делимое. Разделить одно число на другое, это найти такое число, у нас оно дано, это 6, которое в произведении с делителем дало бы делимое. Итак, 540 минус 15t ровно стоит в сторонке слева. А справа у нас произведение, нам надо раскрыть скобки. Чтобы раскрыть скобки, надо применить известные вам законы. Умножить на сумму чисел, это значит умножить на каждое складаемое. Ну и соответственно разность. Давайте умножать. 6 умножить на 540 минус 6 умножить на 25t. Левая часть пока остается без изменений. 540 минус 15t. 6 умножить на 540. 3240. Правильно написала? Хорошо. 6 умножить на 25. 150. 150. Молодец. 150. Теперь надо решить уравнение. То есть найти неизвестное. И в нашем случае это значит нашу неизвестную t выразить через другие числа. Давайте t соберем в левой части. Все, что не содержит t, перенесем в правую часть. Итак, в левой части. Минус 15t уже в левой части, поэтому остается без изменения. А вот здесь t в правой части. Минус 150t. Когда мы переносим в противоположную часть, то мы меняем знак на противоположную. Минус переносим часть 150t. 3240 остается на месте без изменения. А к нему приходит 540. Но 540 это число положительное, да? Плюсом. Переносим в противоположную часть минус 540. Считаем 150t минус 15t. 135t. Да. И равняется 3240 минус 540. 2700. Теперь как найти неизвестный множитель? Т у нас неизвестный множитель? Как ты меня так задумчиво-то? Т неизвестный множитель? Нет. Как, известный? Нет. Неизвестный. Значит, чтобы найти неизвестный множитель, нам нужно последнее усилие произведения 2700 разделить на известный множитель. На 135 делите. 20 чего? Вспомни, нам же сейчас ответ писать. 20. Минут. Поскольку нам было дано все в минутах, вы помните, 15 литров в минутах, 25 литров в минуту, да? Соответственно, мы с вами разделили литры, еще раз, чтобы ни у кого не было сомнения, литры разделили на литры в минуту и получили. Литры на литры – это единица, осталось минуты. Получили ответ 20 минут. Остались какие-то вопросы? Нет. 20 минут. 20 минут.